17 сентября 2012 года. Ну вот я снимаю кукурузу моего рижского верного коллеги. Он практикуется несколько лет уже на продаже своей кукурузы. Вот он пишет, что она метр высотой, но у меня она выше меня, у меня рост 1,64 м. В этом году мы посадили 6 рядков по 10 зернышек 15 июня. Мы уже собрали по 2 початка со мной почти со всех растений. Вот сегодня подруга уже те початки, которые вызрели, сорвала и повырывала ботву, положила ее, чтобы был корм нашим червячкам. Вот она, по-моему, тут погорячилась. Здесь початок, здесь початок, они бы еще могли вызреть. Вот, вот такая кукуруза вырастает на вермикомпосте. В принципе, без всякого ухода, только 2 раза окучили. Кукуруза это очень любит. Ну и нужно выламывать. Вот здесь мы выламывали пасынки все время у корней. Вот такие вот. Хотя на них может быть и будет початок. Посмотрим, специально несколько растений оставим и посмотрим, что будет. Ну и вам таких же успехов.